RC Pro M. Гонки на радиоуправляемых автомобилях по изометрической местности. Обученные противники, препятствия, апгрейды и безумная скорость на, казалось бы, крохотных трассах. Но чтобы преодолеть каждый круг, нужно сильно постараться. Трудом добрался до 8 уровня и отметил, что, несмотря на мою нелюбовь к гонкам, было весело. Игра затянулась сильно. Из 4 участников заездов нам главное финишировать не последним. Поэтому забил на первые места, довольствуясь 2-ми и 3-ми. Хотя иногда все-таки везло. И начал менять трассы, отстреливая соперников. Чем дальше, тем сложнее. На дорогах появляются даунгрейды, что очень раздражает. Последний, 24 уровень, можно проехать лишь чудом. Особенно если добраться до него без апгрейдов и боезапаса. У меня чуда не произошло.